Меня зовут Елизавета Верди. В студии я 3 года. В спектакле я играю Полину. Ну, в студию я попала, увидев объявление в журнале. Когда я пришла в студию, мне очень понравилась атмосфера ее, хотя они только обсуждали все. Вот. И мне нравится общение с этими людьми. Это светлые, я бы сказала, люди, интересные, умные. Они... С ними есть о чем поговорить. Ну, разумеется, и спектакли, они тоже... Это нечто интересное, потому что, когда читаешь какую-то книгу, и потом, предположим, ставишь ее, то открываются какие-то вещи, какие-то смешные вещи, или которых при обычном прочтении не видишь просто. Насколько тебе понравилась твоя роль, которую ты выбрала? Она тебя воодушевила? Ну, я бы не сказала, но вообще я поняла, что с моей героиней у меня есть какие-то общие черты. Ну, там, некоторая флегматичность, может быть. Ну, что-то было в роли, конечно, трудно. Что-то было, наоборот, легче. Вот, например, вот этот скандал. Как ни странно, это была одна из самых легких вещей к воспроизведению. А что было самым сложным? Ну, пожалуй, сцена... Самым сложным было? Скажи. Самым сложным было... Была сцена в первом акте с Жадовым, вот это признание в любви там было. Люди в студии достаточно разные, но поскольку их объединяет многое, ну, поскольку их объединяет театр и вера, они достаточно дружны. Что тебе больше всего нравится в православии? Почему ты хочешь в храм? Ну, я бываю там редко, но после посещения храма становится радостней. Вот. Общение с Богом, оно радостное.